видел его хвалящим, ходящим и хвалящим Бога, и узнали его, что это был тот, который сидел у красной двери храма для милостыни, и исполнились ужаса и изумления случившегося с ним. И как исцеленный хромой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломоном. Увидев это, Петр сказал народу: «Мужи израильские, что дивитесь сему и что смотрите на нас, как будто мы своей силой или благочестием сделали то, что уходит? Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, которого вы предали и от которого отреклись перед лицом Пилата, когда он полагал освободить его. Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека убить.